Сегодня прям без настроения вообще, и не выспался, и настроения нет вообще никакого. И что мне делать, я даже не знаю. Снова без настроения. Да, Надя с Даниэлем расстались. Женя с Настей нормально, сейчас трек записываю. Прическу вот пока еще не докрашенная. Артурик через пару дней приедет, покрасит. Здоров, Ама, нет, не собираюсь пока еще. Приветики, пистолетики. Ну, Крис, Артем нормально пока, вроде там что-то. Артем дарил цветочки ей. Привет, привет, нормально, вы как? О, Максончик, здорово. Что-то прям вообще реально сегодня без настроения конкретно. И я вообще не выспался. Я должен был встать в 7 утра. Вернее, в 6:30 пойти, короче, краситься, потом стричься. В итоге сегодня просто обесцветились. Ну, Захарова, в принципе, адекватная девчонка. Но вне камер себя так же ведет и как на камерах. Нормальная девчонка. Так. Нет, Бартик в себя не проявляет бухбалты. Вальчик Баров Зес. Нет, Надя с Даниэлем еще не помирились. Мансур, здорово. Привет, привет, привет всем. Да не знаю, говорю, я что-то сегодня вообще не выспался. Плюс что-то к вечеру настроение подупало. Один на проекте, как бы, ну, здесь я дружу, конечно, есть друзья. Леша Безус друг, Мандезир друг, Ваня друг, но все равно как-то не то. Хочется, то есть, уже нормальных отношений, где ты можешь просто лечь в ноги к девушке и раствориться в счастье. Чего рассказывать, как у вас вообще дела? Что-то меня смотрит 45 человек. В какие пары верю на проекты? На проекте? Ну, Турмашов с Бигриной. Я в их пару верю. Как бы у них все откровенно. Женек рулит в этой паре. Потом... Кто еще? Ну, Безус, Таней. Танюха вроде за голову взяла, и сейчас у них все нормально будет. Кто у нас еще есть? Ну, в Никола Чеков верю, как бы у них тоже вроде нормально. Ой, слушай, я не знаю, когда они расстанутся, у них то проблемы, то потом решают, они проблемы вроде как-то что-то решают, но все равно потом опять что-то... Но они сейчас вместе, они не расстались. Мне 22 года. Почему в женской спальне не общаюсь? Но потому что большинство из девушек в женской спальне мне в принципе не интересны. По их принципу жизни, по их характеру, по их точке зрения мне не поставлены. Не интересуют. Ну, в целом, в проекте-то, естественно, я ухаживал, но сейчас пока я ни за кем не ухаживаю. Нет, в третий этап, к сожалению, не прошел, потому что пока я помогал многим ребятам снимать видео, и... То есть видео достаточно достойные получились, но, к сожалению, не было времени мне, чтобы записать нормальное видео. Да, в принципе, все нравится, как бы, и атмосфера, и ребята, в принципе, как бы, все устраивает. Просто я понимаю Диму Васильеву, когда он мне говорил, что одиночку быть сложно, в плане того, что не то, что находиться на проекте сложно, а сложно душевно, потому что ты без отношений, хоть и некуда, откуда, некуда и нет кого получать энергию, просто ты ее отдаешь, а обратно вообще ничего не получаешь.
Так, а самые долгие отношения у тебя сколько были? Самые долгие отношения мои были единственные, грубо говоря, 3 года. Дуэтом будут петь как раз и Ромашов, и Бигрина, Жека с Настей. Нет, у Захарова парня нету. Ой, не знаю, когда Дриану выгонят. Жду девушку на проект достойную. В плане того, что не то, что достойна меня, а достойную в целом как девушку. То есть личность, которая имеет свое мнение, свою позицию. Внешне очень красивая девушка. Как бы я хочу все-таки быть с красивой девушкой, которая следит за собой. Желательно спортсменка. Если не спортсменка, то поднатаскаем. Да, я очень надеюсь, что найду свою любовь. Спасибо за поддержку, ребят, правда. Ну, я обычно так могу выпуски немного посмотреть. Я вот посмотрел последний раз, где я выступал на сейшельских каникулах. И все, то есть я особо-то не смотрю выпуски. Так, поначалу смотрел, сейчас не смотрю вообще не до этого. Азамат, салам алейкум. Так, как там Крис и Тёма? Тёма через Ё пишется. Артём, да ничего у них нормально пока там. Есть небольшие траблы. Да, ребятки, спасибо за поддержку. Я думаю, да, Надя с Даниэлем помирится. Я думаю, Надя тоже в чувство придет, Даниэль тоже в чувство придут. И у них как бы все наладится, потому что все-таки они приняли серьезный шаг к тому, чтобы идти в ЗАГС уже, то есть они подали заявление. Да, Ромашов с Бигриным будет петь. Какие пары расстались? Ну, Никита Балыкин с Аленой Пинчиком, они вот расстались. И все. Так. Ну, это мы еще посмотрим. Где Бордина? Я не знаю, она вроде уехала уже. Нет, Вика и Эдип уже помирились. Валекум ассалам. Ну, ты не тот человек, Бордина. Азамат, привет. Я с Украины. А, ну, извиняй тогда. Фанат Дом 2. Мне, кстати, всегда хотелось, чтобы у меня был мой собственный фан-клуб, где ребята меня поддерживают. Пишут, естественно, там, задают вопросики мне. Аза, как твои дела, как твое искусство барберское? Большое спасибо за комплимент. Спасибо. Нет. Я просто, чтобы вы понимали, целый день просто. Я поспал, может, но минут 40-50. То есть я целый день хожу, просто вот так вот отключаюсь, отрубаюсь прям. В Москву в марте едешь, красавчик. Но если еще в марте буду здесь на проекте, то, возможно, свидимся. Большое спасибо за комплименты. Но по поводу аренды, Азамат, еще подумай. Не спеши с этим. Ты лучше сходи в какой-нибудь салон, поработай, набери клиентскую базу, а потом уже снимай в аренду. Потому что в аренду снять дорого, а снимать на окраине тоже невыгодно будет. Потому что вчера к нам приходили девчонки, не давали спать, они что-то бесились, я уже лежал, я говорю, девчонки, все, давайте, говорю, идите мне спать, мне вставать рано, потому что у меня запись была к Артуру, чтобы меня покрасил и постриг. С кем в паре? Да нет, я ни с кем не в паре. Да, Даниэль на поляне. Так, ребятки, все, я побежал, меня ищут.